покажу, на фобе прям мочат. Вот покажу тебе мед, карту открой. А вот там, где ты сейчас бежишь по этим улицам. Разбежались они. Забыли. А, попали уже. Одного жмутнул тут. Очень херовая дача, ужасно. И отдача, и плюс еще не очень хороший. Короче, увидишь, эту карту задротить не будут. Мне кажется, наоборот. Для паблика самая. На 100 человек я не буду задротить 100%. Мясо. О, я вижу, где враг. Ебать, Санёк, ты тут что минус 2 сделал, блин. Вот я вот, вот сейчас видел вот этих. Я по них ищу. Дальше еще, слышишь? Блин! Ох, ебать! Блин. Выжил? Да. Как-то, не знаю как. Сейчас я могу поднять, в принципе. Да, конечно, не резко. Сейчас я гранату кину. Блять, и мне летит, ёбаный урод. Меня убили, Саня. Понимаю. Сложно, если честно. Вот обстановочка. Хуета пошла лучше. Тупо пиздил, как в старой доброй второй батле. Да блин, нет. Да там такой прицел, у тебя получше, давай. Я могу побегать, и он покажет, откуда он. Хочешь? Уже нет. Давай, я побегаю, ты смотри. Смотри, откуда. Я не слышу нихуя. Блять, ты смотри, откуда он стреляет, я бегаю. Так я туда смотрю, ебаный. Ну так приманочка, я приманка. С позиции медика отсюда пролом, и я отсюда вбегаю. Не надо быть приманкой. Ладно, как хочешь, блять. Уходим, там дальше. Он где-то бегает, хуйлан, он уже съебался оттуда. Это там бегает. А я собираюсь... Поставьте колючку, не знаю, что, или что. Он уже все увезли отсюда. Ты, блядь, заходи, 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 триггер. Скажу, блядь. Сука, не выебайся. Как же заебало вот это вам, шо говорит? Вот тут контакт у меня. А это вот пулеметчик этот ебучий, понял. Готов, блядь. Убит, блядь, сучара. Я на крыше. Я рад. Я тоже. Еще один готовченко. Блядь, как вы заебали по крышам сидеть, блядь. Блин, тут нигде заехать по-волгунски не получится. Вот, контакты! Ладно, давайте власть и вовнутрь забегайте. Что-то едет еще, блин, тут. Я на мечеть. А, вы там командирский отряд встретили вообще, если там едет. Там уже в контакт власть. Угу. Ух ты, тут даже какие-то подземные ходы есть. И такого есть. Туннели. А есть какие-то высокие точки тут? Да, я думаю, куча тут есть. Каких-то. Так, ну и РПГшнику надо бежать сейчас. Уничтожать технику. Капец ходов тут, я офигею. Как гуки, блин, во Вьетнаме. А тут многоэтажки входебельные? Да, видел, что некоторые да. Ну такие многоэтажки, конечно, типа двухэтажные. А я снипер. Я бы что-то было. А у нее нормально многоэтажечка. Ты капец, сколько тут домов.
Да тут входибельность, ё-моё. Стоп. Я уже заблудился. Опять по улице. Ремонтируйте, я прикрою, парни, ремонтируйте, власть, ремонтируйте. О, непонятно, где мне это, блядь. Тут здесь еще за поребриком противник, вот прямо тут, куда я понял, ну власть, ремонтируйтесь, блин. Вас гусли нету. Выйди почему? На башню чтобы поставить. На самую верх башню. Убил. А, вас тоже, понял. Убил. Да. Ну бывает, да, что поделать. Первые комменты люди. Ебанутая карта, ну прикольная. Сука, смерть. Летим максимально. Да, Саша, где-то разъебемся. Прыжок. Нам надо ехать очень далеко. Еще раз нам прыжок. Надо... Трюк. Надо ехать вот сюда. Мы очень сильно их побеждаем. Я понял. Пиццу у нее этот... во-первых, то, что она поворачивает, а во-первых, а во-вторых, она мощная. То есть на такую гору едет, я в шоке. Стартует да. Моментально, блин. По воде, если мы поедем нормально, поедем куда-то. Да. О, понял, да, едем. Ой, блядь, едем по воде. По воде что заносить начало? Плавать, что ли? Да, скоро еще плавать добавят, чтобы машины плавали. Ну только на каких картах это что, будет? Что, серьезно? Да, беттеры будут плавать. Нормально. Поворачивай, не поворачивает. А, резкая, слишком мощная. Да, знаешь, как будто машинка на пульту управления. Да. Когда ее управляешь, она тоже мощная. Только газ дал, уже сразу максимальные обороты. Вот электрокар. Кстати, да. Тесла спонсирует. Middle East Alliance. Все, едем напрямик. Ляп-ляп. Ё-май. Париж-Дакар отдыхает. Ёха. Это пиздец. Забор. Еще хотят добавить, чтобы повреждение было при столкновении. Мне кажется, это лишнее. Это я помню. Это лишнее для этой игры. Тут физики нет. Да, и типа, пока ты доедешь, уже ветер будет на 20% коснутый. Оп. Да как на волынян какая-то, козлик, блин, прыгает. Он полетел. О, блядь, это птур по этому, походу. Это наш птур, типа? Да. А это птур ебанул. А это что стреляет? А это вот это... О! Саня, огонь. Перезаряжайся, давай заднюю. Лента, так сказать, 50 патронов и наше все. Ему хоть что-то было, блин, мне просто интересно. Не знаю. Молнии только возле него посыпались, перезарядил ленту. Пробуем, дубль 2. Дубль 2, а, кстати, он дымит, да. Выезжай, я не могу, у меня угол. Нормально. Бля. Ну за что? Я смотрел бы видосы с Фалуджи. С Фалуджи и с Фалуджи. Что, они воевали по факту по домам, по улицам, но у них не было перестрелки вот так вот между улицами. Потому что там постоянно техника крыла улицы. И авиаудары постоянно были.